Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня попадаем на мой новый видеоролик по проектику Hellstore. И, конечно, как говорится, лучше поздно, чем никогда, и именно с этим девизом я закинул, ребята, $2000 на баланс. И цель у меня, ребята, как вы понимаете, очень-очень высокая, поднять $5000. А получится у нас это сделать или нет, узнаете, досмотрев этот ролик до конца. Но три лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас виднеются у вас на глазах. А если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, во-первых, давай наберем 1000 лайков. Ну и самое главное условие, это, конечно же, написать комментарий. Три самых лучших, как обычно, попадают в новый ролик. Погнали смотреть видос. Меняем язык на русский, ребят, потому что, как говорится, так надо. Нажимаем партнерочка. И, как видим, сразу же по моей ссылочке уже зарегистрировано 941 приглашенный участник. Ну и общий доход от этих людей составил $1110. Кстати говоря, ребята, перейдя по моему промику или по ссылочке в закрепленном комментарии, вы автоматически получаете 2 бездепных доллара на баланс. Ну и, конечно же, еще получаете 5% на депозит. Это как минимум неплохо, а как максимум очень даже полезно. Так что смотреть мои ролики иногда бывает даже очень выгодно. Ну и поскольку у нас $2000 на балансе, давайте сразу же зайдем внутриигровой магазинчик. Напоминаем сами себе, что надо выключить звук. И просто попробуем сейчас закупиться. Будем выбирать скины любой сложности, любой весовой категории, так скажем. Ну и надо тащить. Я буду сегодня делать жесткие контракты, вернее, жесткие апгрейды, жесткие колеса и коинфлипы. Я это все буду делать, ребята, ради того, чтобы вы поставили лайк этому ролику. Ну и, конечно же, не забыли подписаться на данный канал, потому что здесь ролики выходят часто, и я надеюсь, что они будут вас радовать, как и меня радуют ваши подписки. Поэтому давайте, ребята, больше не будем голословить, просто берем, закупаем все, что видим, все, что не видим, вообще все закупаем, как говорится, на все деньги, на весь баланс, просто аккуратно. Ну и я надеюсь, ребята, что этот масштабный ролик поможет вам подписаться на канал, потому что на Hellstore в основном ролики я, ну, гуглил, да, смотрел, кто что записывает, коллеги мои, так сказать, они записывают там на 500, на $700, но на $2000 вот такие ролики эпичные, жесткие, ну, я очень-очень редко видел, поэтому только благодаря этому еще вдобавок стоит подписаться, ребят, на этот канал, оформить, так сказать, свою подписочку. Ну и давайте уже наконец-то посмотрим, что у нас сегодня получится сделать. Если хотя бы косарь долларов в этом ролике получится сделать, будет уже крайне неплохо, а даже очень хорошо. Поэтому пробуем сейчас 3 юспика, 3 попытки делаю. Первый юспик получается у нас хорошо, это survival knife нож, отлично. Теперь далее, смотрите, вот так вот делаем. Нет, ножик не будем ставить. Вот так же юспик и просто попробуем авик скрафтить. Один из одного. Так, 2 из 2, хорошо. И получается сейчас третий юспик попробуем превратить в что-то большее, чем просто пистолет, да, например. Опять же вот этот ножик, попробуем. Но если 3 из 3 зайдет, да это 3 из 3, реально, ребята. Плюс $150 на ровном месте, отличное начало. Здесь я уже думаю нет смысла залетать, хотя ставочка была более-менее еще куда ни шло. Окей, у нас сейчас x2, что, кстати говоря, очень хороший знак, потому что мы сейчас будем ставить как раз-таки на что-то более интересное, например, красное. Мы ставим сюда 64 бакса, и вот сюда ставим юспик Орион за $47. Ребята, но вот такие ставки уже реально интересно смотреть. Какого-то хрена я ставил девушке для игры ник, и он не обновился. Хотя я перезаходил в Steam. Ну, играем под ником Пися, нормально. А почему нет? Собственно говоря, можем себе позволить, умеем, практикуем, поэтому, ребята, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну это минус, причем, ну, довольно-таки, знаешь, неприятный. Но в любом случае, инвентарь в плюсе, а это значит, что у нас настроение все еще приемлемое. Кстати, не забывайте, что на сайте присутствуют розыгрыши часа, розыгрыши дня и розыгрыши недели. Участвовать очень просто, делайте ставку и автоматически становитесь участником. Какую конкретно ставку делать, сколько конкретно ставок делать, уже написано сверху, далеко, как говорится, ходить не надо. Ну, $60 тоже проигрываем. Ладно, пробуем еще более динамично сейчас поступить. Я понимаю, что, скорее всего, этот апгрейд не зайдет. Попробуем сейчас вот так вот раскрутить данный пистолетик. А вдруг? Хорошо. Плюс $60. Очень просто на апгрейде на самом-то деле поднимать бабки, ребят. Главное, что немножко подрискнуть. И вот здесь чуть-чуть подрискнем, чуть-чуть буквально. Ну и проигрываем, к сожалению. Ладно. Не все потеряно, далеко не все. Попробуем ставить эмочку. Просто если сейчас x5 выпадает, это сразу хороший такой добротный буст к балансу. И Hellstore может быть все-таки это x5. Ладно, 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 ладно. Расстраиваться рано, ребята, потому что у нас все еще $1800 на балансе. По сути, проиграли ровным счетом ничего. И давайте попробуем парочку таких невозможных апгрейдов сделать. А вдруг? Ну, тут, кстати, вот аккуратненько, но можно еще попробовать. Например, вот так вот. И пусть это будет 160
8, 18%. Ну, ладно. Пару попыток сделали, допустим. Хорошо, пусть так. И легким движением руки берем этот ножик и пробуем его раскрутить. Два апгрейда сделаю, если он зайдет. Он зашел первый, хорошо, 190. И 190 сейчас давай сделаем на 320. И вот тогда, если он зайдет, мы более-менее что-то вернем. Отлично, это очень-очень хорошо. Но баланс у нас 2000, нормально. Можно в эту ставочку позволить себе влететь, хоть и она, конечно, пока слабенькая, но вот благодаря, я надеюсь, пользователям она будет более мощная. Ну, слушай, ну тут на аватарку надо поменять, 22 года, уже 23, блин, давно. Как бы это, ну, нифига себе. Ладно, ну что, давай тогда, $43, я думаю, что посмотрим, даже скипать не будем. Ребят, не забывайте подписываться на канал, что ты поставил и для чего. Я не ожидал, потому что, ну, 10% теперь интересно. А вдруг? Опа, ой-ой-ой-ой-ой, ну свинка, ладно. Свинка выиграла. Здесь получается что? 50? Ага, ну, ладно. Опять x2. Не опять основа, как бы поправил у меня сейчас зрители из видео, из комментариев, да? Но я думаю, что можно поставить Golden Coil вот сюда. Поставить авик вот сюда. И поставить, да пусть будет калаш вот сюда. Давай. И если сейчас выпадает что-то из этого, мы уже в очень таком приемлемом и добротном плюсе. Ну и я, в принципе, думаю, что все. Можно будет заканчивать ролик, если нам сейчас выпадет зеленое, можно кайфовать. Но зеленое мне выпадает крайне редко, да и в целом оно выпадает крайне редко. Но может быть, опять x2. Постоянно выпадают x2, ну так нельзя вообще. Хорошо, давай попробуем что-то категоричное. Вот так вот. И вот так вот. Я не знаю, почему я решил именно такую ставку сделать, но мне кажется, друзья мои, что в этом есть какой-то смысл. Если сейчас выпадает x5, это окуп всех окупов. Если выпадает x3, это, в принципе, ну, плюс $100 тоже довольно-таки неплохо. Самое главное, чтобы сейчас вновь не выпало x2, потому что, ну, сколько уже можно? Сколько? Нам не нужно x2, брат, пожалуйста, давай. Аккуратно. Ну, вот, хотя бы так, ладно. Это неплохо. Это среднестатистический окуп. Окей, 1900, мы пока что держимся в уверенных минус $100. Но это, я думаю, что, ребята, еще куда не шло. Плюс еще $37 есть в магазинчике. Покупай меня скорее, как говорится. Мы вот так поставим. Ну и пусть два глока будут красоваться. А что, тайное качество, все при делах, как говорится. Че, вот можно калаш. Ну и аккуратно, все. Пробуем сейчас, так сказать, выиграть эту игру. Калаш не поставился, кстати, почему? $100, 42%, давай. Давайте, ребята, на этом, пожалуй, будем заканчивать наш видеоролик. Если он вам понравился, дайте знать об этом в комментариях. Не забывайте оформлять подписочку на мой канал. И если хотите узнать судьбу вот этих замечательных 1912 баксов, конечно же, пишите комментарии. Но у микрофона у вас, как обычно, был Бог. Это сайт HellStore, на котором я уже больше 3 лет снимаю и как бы показываю вам свою игру. Не забывайте, что есть промокоды, все виды халявы, у них даже есть свой розыгрыш, который тоже сулит вам какие-то интересные призы. Но если он не запускается, значит его сейчас нету, да? По-моему, так это работает. Ну да. Когда есть у вас одна страница. Ну и вывод все очень просто оформляется. Два вида языка онлайн, сами видите. Партнерка тоже есть, можете качать, зарабатывать. Окей. Ребят, микрофон был Бог. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.